Приветствую вас на канале «Современные родители». В этом обзоре расскажу про миксер VTEC VT1432. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рада вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Кухонная машина VTEC имеет высокую мощность мотора 900 Вт, что позволяет в короткий срок нарезать и взбивать ингредиенты до нужной консистенции. Всего устройство оснащено 6 скоростями смешивания, которые плавно переключаются. При планетарном режиме инструмент вращается вокруг своей оси, а рабочая насадка движется по центру чаши, что обеспечивает равномерное смешивание даже по краям. Емкость объемом 4 литра дает возможность готовить сразу несколько порций. Нержавеющая сталь отличается износостойкостью и долговечностью, не выделяет вредных веществ и не оставляет запаха. В специальное отверстие можно добавлять ингредиенты в процессе работы. Всего в VTEC представлены 3 насадки. Венчик служит для взбивания жидкостей, спиралевидный крючок подойдет для приготовления густого теста, а лопатка поможет перемешать продукты. Корпус стационарного устройства изготовлен из прочного пластика, на котором не остается сколов и царапин. Длины сетевого шнура 1,2 метра хватит для работы вдали от розетки. Безопасность обеспечивает защита от перегрузки и случайного включения. Мощная 6-скоростная кухонная машина VTEC готова взять на себя большую часть тяжелой ручной работы на кухне. Компактный эргономичный корпус машины сделан из прочного пластика, что обеспечивает ей легкий уход и хранение. Одно из главных преимуществ данного устройства – планетарное вращение насадок. Такая технология обеспечивает уникальные двусторонние движения насадок для замешивания теста, взбивания и смешивания. Таким образом, ингредиенты обрабатываются равномерно по всему объему чаши, и в результате получается однородная консистенция. Проанализировав отзывы, я выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Немного до дна не достает. Через 3 минуты непрерывной работы разогревается. Очень шумит на скоростях 2 и 3. Теперь перейдем к положительным. Мощный, удобный, простой в обращении, компактный, не разбрызгивает содержимое, есть крышка, не имеет запаха, внешний вид, металлическая чаша. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Современные родители».